Здравствуйте, я Лариса Гузеева в эфире. Давай поженимся. Программа о выборе спутника жизни. Сегодня у нас жених и четыре невесты. Неразлучные сестры Оксана и Юлия, плаксивая Ксения и Екатерина, которая громко смеется. А жених у нас Евгений. Давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Я приехал из Нижнего Новгорода. Мой девиз – «Живи судьбой, а не вещами». Со мной приехали мой брат Геннадий и моя сестра Юлия. Евгений, 31 год. Возлюбленная Евгения всегда засматривалась на других мужчин и в конечном итоге изменила с его родным братом. После участия в программе «Давай поженимся» Евгений стал местной знаменитостью в родном городе, но использовать свою популярность у девушек в личных целях не смог. Евгений – владелец ломбарда в Нижнем Новгороде. Гордится тем, что прочитал 3000 книг и изобрел автомобиль, который ездит без топлива. Мечтает заняться сетевым маркетингом. Признается, что не бросал девушек. Евгений никогда не посмотрит в сторону стриптизерши. Его избранница не должна работать в мужском коллективе, носить короткие юбки и скандалить по пустякам. Женится на образованной, воспитанной, длинноволосой девушке, которая никогда не бросит его в беде. Братишка, а че в очках? Стыдно? Или так, для имиджа? Все для имиджа. Теперь артист, известный на всю страну. Даже на весь мир, я бы сказала. Имидж соблюдаю. Или бланш под глазом? Честно. Ну, покажите. Все вместе. Да? Давайте показывайте. Я столько с ними ходила. Не скромничай. Бланш. А, есть, да что-то не очень видно. А откуда? Это нормально. Это случилось... Через некоторое время после выхода программы в эфир, как говорится, мой рейтинг поднялся, как завидного жениха. И парни обычного типа... От зависти да, побили. И начался конфликт. Зависть. Остались, получается, без внимания женского пола. Представляешь, Женюш, зависть-то какая. Я вообще удивляюсь, как вас после прошлой программы еще музыкальные редакторы не разорвали на части. Это ж надо такое показать было. Гении, самородки, можно сказать, народные. Обычно я не прошу женихов, за которых буду сегодня бороться, показать сюрприз какой-то. Но я не могу оставить зрителей без такого счастья и радости. Есть ведь что-то домашнее заготовки? Конечно, есть. Какой-то он странный и непонятный, честно говоря. Но мне даже так кажется. Если б я был султан и имел трех жен, то тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах. Неплохо очень иметь три жены, гораздо лучше любой стороны. Очень красивые, красивые костюмы. Ребят, а как жизнь изменилась вот после программы? Ну, как? В принципе, в лучшую сторону. Стали пользоваться большим успехом, больше внимания девушки оказывают на меня, но при этом не сознаются, конечно, что знают меня по программе. Не каждому было приятно, если тебя только по программе узнают, а не как личности. Ну, видишь, они ему об этом не рассказывают. Юля, а ты как сестренка? Че, я? Я нормально, у меня все супер. Появились? Еще бы. Отбоя нет. Женихов у нее всегда отбоя не было. Ну вы и так не были последними парнями-то. Разумеется. Вы владелец ломбарда. Ну, конечно. Книг сколько прочитал? Ну, книги было мое личное увлечение, хобби. В последнее время, конечно, я стараюсь их не читать. Это как зависимость уже получается. Оторваться, если возьмешь в руки, оторваться невозможно. Особенно если ее очень интересная. А вот как потом... считаешь, с братом скорее повезло или нет? С братом все-таки повезло. По истории, вот кто не знает, вкратце вам рассказываю. Была, в общем, у Евгения девушка, и любил он ее очень сильно, пока однажды не зашел в спальню, увидел там братишку родного, кровного гада, так он целующегося с этой самой невестой. И что самое отвратительное, он же даже не остановился. Она его не любила. Да? Тебе судить, твое какое дело, любила, не любила? Ну почему же? Она была его девушкой.
А что, проверка не прошла? Да, проверка. И брат проверку не прошел. Наоборот, хорошо случилось, что он у меня раньше времени глаза на нее открыл. Угу. Потому что в следующий раз могло быть поздно. А в следующий раз будете тестировать также через брата? Но если она устоит перед его чарами, то, пожалуй, да. Ужасно. И как же вот у них такие хорошие отношения после такого? Я ну, Настя, ты же не знаешь, какая же там ситуация была. А что это за тетрадочка? Ну, это у меня тут бизнес-планы очень это бизнес. Оптимистичные и подходят практически для каждого. А, очень давайте я запишу тогда. Умного человека. Даже в кризис. Даже в кризис. Тем более планы были написаны в кризис, когда 2008 год. 2008 года не было у людей средств, ну, как таковых. Ну, план такой, можно взять в кредит квартиру, вот, по ипотеке, впустить не в квартирантов, вот, а ежемесячную плату гасить кредит за эту квартиру, которую берешь с квартирантов. Таким образом, квартира получается абсолютно бесплатная. Хочешь, я тебе другую схему сейчас нарисую? Да человеку рассказать умное. Пацан с 31 год, как соображает. А я с квартирой, ему то же самое, к бизнес-плану. Ну, есть еще один. Ты свой составь бизнес-план, и тогда У меня есть схема, один пацан. Также можно взять в кредит машину, вот. Нанять шофера, вот. Он будет таксовать, половину суммы отдавать ему как зарплату, половина будет идти на погашение кредита за саму машину. Таким образом, машина, опять же, получается бесплатно. Браво. Так лучше я сама повожу машину и заработаю миллион, а что мне? Вы все-таки пришли не квартиру здесь купить, а жениться. Найти себе невесту. Да. Какую хотите? Хорошую. Без вредных привычек желательно. Угу. Покладистую. Угу. Но немного строптивую, конечно, можно. И желательно, чтобы не так, чтобы совсем соглашалась, а свое мнение имела, но тем не менее у нас были бы общие интересы. Чтобы коротких юбок не носила, да? Ну, это точно. Чтобы жить душа в душу, а с другой стороны, если короткие юбки носят, то желательно только для меня. А чем вам стриптизерши-то не угодили, господи? Ну, тем, что профессия как профессия. Тем, что они будут пользоваться большим вниманием у мужчин. И у меня будет. А вот смотрите, у вас ведь предыдущая это не была стриптизерша, а перед вашим братишкой-то не устояла. Ну, так надо проверять на верность людей, тем более невест. Вот если, например, невеста верная, как верная жена, она же должна иметь царя в голове, должна блюсти верность мужу, а не кидаться на шею кому бы то ни было, тем более на шею брата. Конечно, доверяю ей, доверяю, не проверяю, но... Но это некрасиво. Вот смотрите, вы такой эрудит. 30 тысяч книг. Нет, не 30 тысяч. Сколько? Ну, меньше. Может, 3 тысячи. Ну, может, чуть меньше. А ты 3 прочитала? Чуть Роза больше. Написала 3 тысячи книг, но не прочитала. А ты прочитала? Думаю, да. А я думаю, нет. Нет, средний человек, я уже говорила на прошлой программе, читает за всю жизнь около 2000 книг. Я но это средний человек. Писал, я думаю, что, ну, наверное, около того, то, точно, я уже, но моя жизнь еще не закончена, к счастью. Лариса, классик астрологии говорил, ум надо хранить в голове, а не в книгах. Вот я смотрю на Евгения, прям у меня вот есть ощущение, что тут заповедь не выполняется. Ну, как потому, что, ну, потому что одни сплошные теории. 31 год, девушек нет. И женщины рядом нет. Потому что этот он еще все бизнес-планы. А вот книг столько прочитать, когда женится, навряд ли. А что это у него это? Не у даст. Него ломбард один. Вон я гляжу, золотишко. Может, вообще ничего не читать? Из ломбарда. Правда? Ну, же, конечно. Ну, а что, а зачем ломбард тогда открывать, правильно? Вот я бы дополнила бы, жена ему нужна, которая вот то золотишко-то, которое в ломбард сносит, чтобы сохранила. И при этом была бескорыстна. Ну, по крайней мере, делала вид, что она бескорыстна. Не, будет зариться на добро. А когда девушки, у него книги. Конечно, какие 30 тысяч. Мне кажется, ему спокойно нужна. Вот вы даже сказали, что вы не хотите девушку, которая, вы их называете, ага, крутила. Конечно, есть такие. Даже с некоторыми такими я знаком. Ну-ка, расскажите. В основном эти девушки ведут такой образ жизни, я бы их даже назвал женского рода альфонистками. Ну, альфонсы такие, женского рода. Они приводят в ресторан или в бар мужчину, ага, особенно с тугим кошельком, приводят, значит, и говорят, я хочу, ага, я хочу то, я хочу все. Ага. И он начинает им покупать все, что девушка желает. Ага. Для себя, про себя, они считают этого человека лохом. Вот. Они начинают
этого человека эксплуатировать в своих целях. А спят с этими мужчинами? Как говорится, нет, они не спят. Они говорят, когда чувствуешь, что у него деньги кончаются. Или... А до этого он все делает так, даром. Без, потому что если она еще и спит с ним, то это называется не так сложно, как ну, это вы. Не так сложно, конечно. Это совсем другое. Это она что же делает? Она же, получается, выжмет из него все, что сможет, а потом скажет, мне там по делам надо или там в туалет, или и бежит. Или в туалет, например, правильно. Я и так в институте, получается... когда училась, мы тоже так же делали с подружками. По-другому называлось, правда. Как? Вот. Динамо машина в наше время так называлась. Сейчас смотрим, да. Как он будет вести сейчас с нами. Сейчас мы будем выходить уже, Оксана. Как он будет вести с девушками, с другими. Да. Посмотрим сейчас. И все с девушками. Еще он сейчас с нами будет вести. С нами, потом с другими девушками. Есть такие девушки, которые нормальные. Вот, они придут со мной в ресторан, например, да? Угу. Вот. Складчину, как говорится, поели, чем не Бог обязательно вас дал, да? Складчину. Угостить девушку для меня не так уж и... Ну, это... поэтому, после того, как если угостила, девушка ты как нормальная. Нормальный человек, ты расплатись. Ты пойди чем? Его как-то, ну, чем, Роза, чем? А то не знаешь, чем. Ну, а так вроде и поела, и продинамила, мне да? Кажется, ты расплеваешь детей, Ларис, сейчас. Ну, какой у тебя не а еще он накрученный. Я за ним смотрю, очень много всего накрутил в голову. Девушка, она как? Если нормальная девушка, и молодой человек начинает за ней ухаживать, да. И давать ей то, что она хочет, ну, например, угощать ее, приводя в ресторан, то есть все. Она его переводит в разряд кормилец. Кормилица, значит, может содержать, детей, может содержать семью, да. Хорошо ухаживать. Но, тем не менее, есть один где-то 80% вероятности, что она заведет любовника. Чистого самца. Почему? Будешь, потому что пока проверено. Муж на работе, пока он вкалывает, чтобы это все содержать, расходы, то да сё, она... Ну как же? Сытая свободное же. Время, почесала свободное так время. Сытая ведь, сытая. Кормилец вот есть. Вот как бы была голодная, вот если бы ее не накормили, ну если вы кормилец, понятное да? Дело. Она бы лежала и как рыбу бы воздух ловила. Вот. Ну, чтобы а тут получается совсем а другое. Она... Вот, поэтому... Отсюда нажралась. А ну, с другой стороны. Конечно. А кроме кормилец кто еще есть? Есть просто самец. Которого она любит, но парень, который это типа чисто гендос. Любовник, чистый любовник. Чистый ген, смотри, как поразил. Ой, мой мальчик. Хорошо, а вот по вашей же классификации, к какому типу вы себе причисляете и вашего братишку? Хочешь, я отгадаю? Да сейчас, про тебя, что ли, программа? Ну, братишка, понятное дело. Кто? Самец. Не подсказывай. Можно сказать так. Самец или любовник. А вы кормилец? Я не то чтобы кормилец, я... Идеальный муж, можно так сказать. И чего идеальный муж? Ну, идеальный изменять муж, не будешь? Ну, это смотря как посмотреть. Если девушка будет по отношению к мужскому полу отвечать взаимностью на их внимание, то я отвечу тем же. Я отвечу тоже монетой. Да. В общем, если она на дискотеке, например, или в ночном клубе, ответить поняла. Взаимностью молодому человеку. То вы тоже уйду... ей наставите рогов. Я изменять не буду. Ты своему мужу не изменял. Я своему мужу не изменяла, да. Я его очень сильно любила. Вот чтобы нам такую не взять с жены, мы прямо и сейчас по горячим следам приступим к знакомству. Да. Хорошо. После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в студии Евгений. Идите, встречайте первую невесту. Привет, меня зовут Евгений. Очень приятно познакомиться. А вас как зовут? Здравствуй, как ты живешь? Быть может, нам по пути. Меня зовут Оксана. А меня Юлиана. Очень рад познакомиться с вами. Мы пришли специально для того, чтобы быть с тобой. Благодарю. Взаимно. Проходите, спасибо. Две сестры. Две красивые сестры. Здравствуйте, девчонки. Здравствуйте. А вы так перекрасились в разный цвет, чтобы мама не путала? Ну, тоже, да, есть такая шутка у нас в семье. Я иногда спрашиваю, ты кто? Они отвечают сразу.
Да? Ну, здорово, что вы пришли. Давайте на вас посмотрим. Оксана и Юлиана, 34 года. Сестры-близнецы гордятся своей необычной семьей. Предупреждают, что не носят юбки, не любят высоких мужчин и не устраивают истерик. Мечтают о зарплате в 250 тысяч рублей. Оксана влюбилась в избранника Юлианы и хранила свое чувство в тайне до тех пор, пока окончательно не убедилась в том, что их пара распалась. Надеется, что в дальнейшем им с сестрой не придется делить одного мужчину на двоих. Почему девчонки юбки не носят? Денег нет на юбку? Нет, у нас принцип. Какой? Нарушение всех правил. Почему? Вы же не мальчики. Не, ну, очень, мне нравятся очень брюки, какой-то классический такой стиль. Мне очень он нравится, и поэтому хочется в нем быть. А это мама, видимо, их, да? Наверное, да. А вот я к мамочке хочу. Таня, а есть сыновья у вас? Нет, у нас еще одна третья есть. Еще такая, младшая, такая же, одинаковая, 10 минут разница. Тройняшки. Тройняшки. Вы тройняшки? Всего лишь-то, да. А покажите, у вас там фотографии. У нас фотографии мы хотели, вот, Женя, да? Да, Евгений, вот, если ты кого-то выберешь, чтобы вот будет первая брачная ночь, чтобы ты не перепутал, понимаешь, кто? Да, и мы тебе хотим, я не знаю, где вот показать, чтобы ты определил, например, вот, кто из нас, кто-то одной нету, да? Вот эта фотография. Верхней слева нет. Она. Да. Третья похожая по характеру, да? Почему похожа? Надо похожа, похожа, да. Не знаю, я считаю, если, значит, выберет он их, значит, получается судьба. Я считаю, девушки очень хорошие. Девчонки, а почему ни одна из вас не замужем, не имеет детей? Может быть, вам втроем так хорошо друг с другом, что вам и не надо замуж? Нет, нам просто попадались мужчины, вот бывает лошадь, которая тянет телегу, она попадалась в телега, которую тянули мы. Так, у меня вопрос. Что вы подразумевали? Вот лошадь с телегой? Нет, да, но... Это просто была невзаимная любовь. Как вы расцениваете... Я попыталась. Как расцениваете будущие отношения между мужем и женой? Как говорится, что кто будет телегой, а кто будет лошадью? Вот тут должно быть две или лошади. Или должны быть для меня. 50 на 50. Вот мне, 50 на 50. Мне бы хотелось бы, чтобы мы были все-таки равны вот с моим молодым человеком, с мужем, потому что у меня достаточно такой вот характер, мне хочется жить и жить ярко. Тогда да? За иностранцев в российской семье демократии нет. Очень да. Хорошая. И мама идея. Очень молодая. Да, вообще не выглядит, настолько. Да. Нет. Татьяна, ваше материнское сердце не опечалено, что девчонки не устроены? 34 года, как бы не молодились, но это все равно, это даже не 27 же. Ну, тут не одна, быть. Тут три на трех пристроить надо. Вот, да. Я понимаю, интересно. Что вы дали образование хорошее девчонкам. А вот женского счастья хочется? Ну, может быть, мы просто по-разному как-то что-то воспринимаем. Вот с моей точки зрения, там, мне как-то вот жалко, что не получилось. Но я смотрю, они такие веселые, довольные. Может быть, просто время уже немножко другое. И сейчас, может быть, позже как-то... Когда им по 40 будет, тоже веселиться будет? А есть вот по 40 выходит, и вроде тоже нормально. Вот ваша, например, история. Вы же влюбились в своего ученика. Ну, я это другая история, другая крайность. Вот виновник всех. И сколько у вас разница с папой? 10 лет. 10 лет разницы, ну вот мы до сих пор довольны очень. И мы, главное, довольны. Я не довольна. И дали ему закончить школу, вы, да? Школу дала закончить, и даже училище дала закончить. И потом мы А что преподавали? Английский. А как его родители к этой хотели меня заслать за 101-й километр и близко не подпускать. Потом время прошло, и подпустили близко, сейчас очень уже дружим. А детей нет от этого молодого, да? Нет. А и не буду. Так, ступоньки. Так, я хотел спросить. Нет, сначала я, сынок, хочу спросить. То есть, мало того, что вы в ученика влюбились, у вас еще и был приплод в виде трех девочек. Я была, да, такая дама на 10 лет старше, с тремя детьми. И, конечно, для родителей моего второго мужа это был шок и удар. Это было... Для любого удара. Да. А почему ему не родили... Почему? Ну, я подумала, детей? Что если мы с мужем расстались, что дети не, это не то, что склеивает семью. Как бы вот... Но вы уже сколько лет вместе? 19. 19. А вам уже не жалко, что у него нет своих детей? У него есть от первого брака
своя дочь. А они общаются редко тоже, потому что в другом городе она. Мне кажется, он сейчас и в Стане тоже. Он заменил им вот отца, и они его нет, очень любят. Нет, это он и... заменил вашим детям, вашим девочкам отца. Но у него же тоже есть своя собственная жизнь. Такой эгоизм, мне кажется, то, что вы не родили ему. Ну, конечно, у него так глаза бегают. То на одну, то на другую. То на одну, то на маму. Ну, потому что я и говорю, он то, что он не знает, на кого обратить внимание. Девчонки, вы такие, видно, образованные, интеллектуалки, любопытные, много путешествуете. Что у вас может быть общего вот с Евгением, с Геннадием, с Юлей? Вы же войдете в семью? Меня как-то забеспокоило, значит, вы когда сказали, что вы идеальный муж. А что в понятии, да, идеальный муж? Что это значит, понять идеальный муж? Потому что я, например, мне кажется, не очень идеальная жена. Идеальный муж – это когда жены не возникает там из-за мелочей семейных, недоразумений. Идеальность в том, что деньги зарабатывать умеет, мозги все время шуруют. Бизнесу даже самое в пустыне будет, и деньги заработает, и на хлебушек, и хлебушек. Я люблю принесет. Большие деньги, и люблю жить ярко. Девчонки, показывайте сюрприз. Называется сюрприз «Найди 10 отличий». Диагутити. Лето. Тихо стала рожь на цыпочке, потянулась к небесам. Лето пестрое рассыпалось по полянам, по лесам. Вот ромашка долговязая с кашкой шепчется. А вот незабудка синеглазая затевает хоровод. Васильки как капли брызнули, будто небо пролилось. Набежала туча издали, промочила лес насквозь. Солнце чертит в небе полосы, птицы песни завели. Созревай же, колос колосу, сладкий хлеб моей земли. Спасибо, девчонки. Вы что-нибудь поняли, Геннадий, Юлия и Евгений? Ну, во-первых, я категорически отрицательно отношусь к девушкам с короткими прическами. Которые ходят в мужских ботинках, в мужских брюках. Это слишком. Почему мужские? Это женский магазин. А у них же мама, папа, поэтому... Мы, может быть, не сходимся с ними по стилистике жизни. Жалко девчонок. Не в том государстве родились. У нас российские мужчины заточены совершенно под другое. Поэтому, наверное, сейчас пока быстренько еще где-то родный возраст есть, за границу, только туда. Я другой думаю, что если бы у Татьяны родились тройня в виде мальчиков, то у меня такое ощущение, что эти бы мальчики пришли в юбочках, понимаете? Ой, возможно, варианты. Возможно, да. Не, ничего в этом смешного нет, это скорее такой трагический. Потому что пол в ребенке тоже нужно воспитывать. Не надо культивировать вот это. Ну, я, хотя каждый волен жить так, как он хочет. Что-то они очень традиционно. Ну, традиционно, да, правильно. Но мы по-другому немножко. И наш, видишь, мам, это вот, имеем право. Мам, вот поэтому у нас так мало тройняшек. Ну, что-то в этом есть, Василиса, для меня непонятное и не очень... Не хочется говорить это слово «здоровое», но пока я не могу сформулировать. Все могло бы быть совсем по-другому. Вообще, когда речь идет про карты близнецов, двойняшек, тройняшек, даже минуты очень важны, потому что мы имеем практически одинаковые гороскопы, каждый из которых выстреливает в разное время. Но они как, знаете, как связка воздушных шариков, каждый из которых лопается в свой момент времени. И у меня есть на всех трех сестер время рождения 10 утра. Я так понимаю, что мама упомянула, что... Про 10 минут, на которые отличается одна из сестер. Вероятно, между ними есть какая-то разница. Но вот поэтому не знаю, кто из них, не могу это никому отнести, но одна из них в течение 5 лет точно выйдет замуж и родит девочку. А вторая, ну тоже еще одна из трех, точно проживет, ну, несколько феерических ситуаций в личной жизни, очень сложных, странных, но очень интересных. Но как им помочь, я не знаю, Ларис, я согласна с тобой, но ты не заставишь людей быть обычными. Как тебе, мам, жених? Простенький, не подходит для нас. Неплохой, неплохой мальчик. Простенький, не для нас. Мы немножко, чуть-чуть лошади бежим. Чуть-чуть телега он будет, получается. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Розы и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Вторая невеста готовится к рандеву с нашим женихом, а пока реклама. Оставайтесь с нами.
В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Евгений. И идите знакомиться с третьей невестой. Удачи. Женя, привет. Меня зовут Ксения. Мне 27 лет. Я из Чебоксар. Хочу с тобой познакомиться. Я дарю тебе этого маленького ангела-хранителя. Пускай он тебя оберегает всегда, где бы ты ни находился. Спасибо. Очень люблю с вашей стороны. Проходите. С кем вы пришли? Я пришла со своей мамой. Очень похоже. Девчонки, просто одно лицо. Давайте вас посмотрим. Давайте. Ксения, 27 лет. В прошлом слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры. Сейчас работает младшим воспитателем в детском саду. Гордится своими родственниками. Мечтает работать в больнице или в сфере ритуальных услуг. Признается, что плачет по любому поводу и стесняется своего носа. Ксения сделала предложение руки и сердца возлюбленному уже на 5-м свидании, а через 3 года стала инициатором развода, когда муж стал пропадать в гараже и морить ее голодом. Надеется, что Евгений станет заботливым мужем. Слушайте, вы были замужем? Да. И такая ситуация у нас с ней произошла, что я выходила замуж по любви. Так и слава богу. Ну, а что там произошло-то? На первом свидании я ему случайно разбила машину. Как-то? Да, мужчины не любят этого. Ну и что, женился же после этого? Да, конечно. Она, я ему предложила на 5-м свидании, чтобы мы с ним расписались, выходила замуж, я по любви. Расписались? Да. Ну, вообще деваха, молодец. На 5-е свидание парня раскрутила, кольцо предложила. А вы, у вас разница в возрасте была или ровесники? А, нет, он был старше меня. Но я хочу сказать, возраст это не главное, а главное духовная красота. Правильно. Ну, наверное, где-то на 5 лет. А Ксения, а деток не родили, почему? Нет, это как мы не хотели, и нас как бы отговаривали, так как продолжение рода будет братина, просто у меня вот носик длинненький. Стоит мне с кем-то познакомиться через интернет, меня мужчины бросают. Что же Буратино? И у вашего мужа тоже был носик, да, длинненький? Да, тоже такой же, да, длинненький. У Сергея, да, длинненький. И кто же вас стал отговаривать, типа, что они думали, идиоты, что у вас ребенок родится, и у него будет в 2 раза, типа, ваш нос плюс его, что ли? Нос... Бесчувственные на самом деле люди. Ну что, у других какие носы? Можете на нос влюбиться вот этот. Нет, мне кажется, у него неплохой нос, нормальный, кстати. И что, и вы из-за этого не стали, вас отговаривали рожать? Нет, здесь получилась такая ситуация, что мне бабушка ваша сказала, да, что нужно развестись. Почему? Из-за чего? Да. А такая ситуация произошла, что его никогда не было дома. Он все время пропадал в гараже. Я говорила, миленький, Сереженька, приходи, пожалуйста. А то, что я тебе... Все-все-все для тебя. Мы даже никогда не смотрели вместе телевизор. Это что, это 3 года в гараже, что ли, сидела? Да, они, значит, они поженились, и потом все. А мне хотелось побыть вместе рядом с любимым человеком, отдать ему все свое сердце, всю свою ласку, любовь и нежность. А еще хочу сказать, что бы ни случилось, всегда буду рядом. Я даже вот согласна полюбить инвалида. Моя девочка, а что он там в гараже забыл? С мужиками, небось, вот это... Стоило мне приходить, он все время был в гараже. А в гараже он подрабатывал? А, даже вот ему было интересно. Вот, например, я ненавижу смотреть, мне тоже муж зовет меня смотреть с собой телевизор, а я больше 5-7 минут не могу, не выдерживаю. Хорошо, Свет, а ваша мама еще встряла в эти отношения? Ой, не знаю даже, как получилось. Она все терпела. Сергей не давал ей денег. Но на первое время, хотя они приезжали вместе с Космодемьянска, они были очень счастливы, она его очень любила. Но, как я поняла, что Сергей тоже ее любил. Вот. Но потом, когда дочка мне начала звонить украдкой от мужа, мам, вышли мне денег, мне Сергей деньги не выдает. Ну, очень какая-то специфическая семья, мне кажется, у них. И вот когда вы сказали, разводимся, он вас легко отпустил-то? Ну, мы плакали. С ним оба? Они, да, плакали. Мы плакали. И Сергей тоже плакал, и Ксюша плакала. Ну, иначе, значит, нам... не надо было разводить. Конечно. Сказать, да дурачок, я пошутила. Конечно, давай не будем с тобой разводить. Я тебя специально проверяла. А? Нет, все уже поздно. Мне, мальчик, этого жалко, вот если он к ним запишется в семью. Запишите меня в семью. Запишется. Надо его забирать тогда в Нижний Новгород, ее из Чебоксар. А вообще, Ксения, о какой вот семье мечтаешь? А, я хочу детей.
все буду делать для своего любимого человека. Конечно, отдавать так ему... надо все делать. Так я буду ему отдавать у свою ласку, любовь и нежность. Все подарю. А сейчас самое главное, живете? Чтобы быть рядом, что бы ни случилось, правильно. Всегда буду и в горе, и в радости, да и в любви, молодец, и в счастье. Никто не сомневается. Видишь, все будет делать. Покладистая. Вот ему так и нужно. Мы-то не покладистые, Юлька, с тобой. Мы так. Оторви и выбрось. Да прям выбрось еще, поищи. Пожалуйста, покажите нам сюрприз. Сюрприз хорошо. Девчата замужем давно, а дочь о принце все мечтает. Его она видела в кино, а в жизни как найти не знает. Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил, чтоб зарплату отдавал, тещу мамой называл. Бил футбол, ран на душу и в компании не скучал, а к тому, чтобы он и красив был, и умен. Случайным шумом дождя оглянись, и словно солнечный луч из разорвавшихся туч улыбнись. Пускай вода холодна, но я теперь не одна. Я с тобой, и словно ангел крылом меня накроет теплом любовь. Хочется мне это, хочется быть с тобой. Чтоб не кончилось все, не кончилось пустотой. Пустотой. Знают ночи и одиночество, как мне хочется, ангел мой, быть с тобой. Быть с тобой. Спасибо. Проходите со своей мамой. Ой, надо же. Я не ожидала, что так получится. Мне кажется, Юля прослезилась даже. Нет, мне просто очень понравилась песня. Ну, так это же хорошо, что прослезилась. А что вы скажете? Скажу так, невеста хорошая. Таких категорий девушек я знаю. Она, ну, все сделает, многое. Мне, конечно, очень понравился Евгений. Мне тоже очень понравился. Такой хорошенький. Мне так хочется его прям обнять. Очень так очень-очень нежно. Но он такой прелесть. Когда я на дачу приезжаю, вот, у меня отец тоже каждый день начинает наигрывать на баяне. А то и на аккордеоне. Мне это уже несколько... Пускай с мамой играет. Знаете, что прямо она будет, придет к вам теща, мимо вашего, как говорится, дома не пройдет. И вот это будет... Ах, наигрывать на баяне. А ему это, видать, не нравится. Ему не нравится это. А ну не нравится, что теперь? Такая отлюбит, знаешь как? Я знаю как. Ну, мне не хватает немного позитива. То, что... Так вот дайте позитив. Жизненной активности, рвения, как угасающая... звезда, можно так сказать. Будет у нее радость. Конечно, она понимает, что ее женский возраст, молодость угасает. Она даже хочет идти как бы на покой. Да ее приласкай, приласкай, дай ей чуть-чуть. Она вам знаете, сколько вернет? Ну, все буду делать ради любимого человека. Все-все-все. Чтобы быть только рядом с любимым. Вот сейчас Ксюха, кстати, мне сказали, идет доказывать, что она позитивная. Ксюш! Молодец! Смотри-ка, да? Не позитивная. Садись. Позитивная. Конечно. Также люблю и шутить, и все. Какие личные интересы? У нас с тобой совпадают общие интересы. Я также люблю книги. Угу. Вот, стихи. Все, а что связанное о любви. А, бадминтон, волейбол, роликовые коньки, плавание, бег. Это хорошо. Ну, все-все-все. А деньги хорошо считаешь? Да, конечно. Ну вот. Причем мало ли что с руками, послесарить умеет. Самое главное, что я отдам всю свою любовь, нежность, буду заботиться.
А и самое главное, тебе что... Евгения-то? Да, конечно, очень она нравится. Откуда приехала к тебе? Вот какая я вот... согласна даже переехать, согласна, чтобы он жил у меня. И все. И самое главное, отдам все свое сердце. Знаешь, Ксения, иди в свою комнату, спасибо. Потому что же прям все ему отдать. Да, сидитку королю. Прямо ой-ой-ой. Звезда Нижнего Новгорода. Дай не надо бог. Сильно-то метать. Вы еще к нам невестой придете сюда, еще за вас будут мужики я бороться. Я хочу вам самое главное сказать, пусть ангел-хранитель вас оберегает, пусть дай бог вам здоровья. Моя девочка, пошли сама дай провожу бог. До комнаты. Спасибо. 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 Не выберет. К нам невестой придешь, за тебя будут бороться, поняла? Сама спасибо. Будешь сидеть вот так с закушенной губой, верхней еще говорить, вот это ты выбирать. И сама будешь выбирать. Конечно, было бы предложено, была бы честь, Господи, конечно, жених. Конечно, дай Бог здоровья вашим сколько... родным. Дай Бог, чтобы у вас ну, все, все было Господи, хорошо. Ты что? Дай Бог. Ой, Господи. Ой. Поняла? Так что... Да, спасибо. Поняла? Дай Бог. Вот видишь, что тебе Лариса сказала. Да выбирайтесь. За тебя даже и Лариса, и Василиса, и Роза. Дай Бог здоровья. Они все за тебя. Дай Бог. Они все за тебя. Бог. Совсем скоро жениху предстоит третье свидание. После рекламы «Смотрина» продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Евгению встретиться с четвертой невестой. Проходите. Здравствуйте, Евгений. Меня зовут Екатерина. Мне было бы приятно с вами познакомиться. Мне тоже взаимно. Тоже хорошенькая, миленькая девушка. Очень, а вот да. На 100% он ее выберет. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. С кем вы? Я с моими друзьями, с Анастасией и с Андреем. Очень приятно. Давайте нас посмотрим. Екатерина, 20 лет. Студентка химико-технологического вуза. Гордится друзьями и красным дипломом. Играет в КВН, пишет стихи о любви и мечтает стать актрисой. Предупреждает, что слишком громко смеется. Возлюбленный Екатерины был очень ревнив. Когда в очередной раз увидел ее с глубоким декольте, не выдержал и предложил расстаться. Надеется, что Евгений будет гордиться всеми ее достоинствами. Что, если смешно, громко не посмеяться, правда? Ну, конечно. Ну, к жизни надо, в принципе, относиться позитивно, я считаю. Что у вас там с любовью? Такая запутанная история. Три раза читала, ничего не поняла. Ну, в общем, мы познакомились, когда я училась как раз-таки в колледже. Познакомилась сначала с его другом. Вот. Ну, он как-то испытывал ко мне какие-то чувства, все вроде хорошо. Но он мне был, к сожалению, не очень интересен. Ну, это как-то был не мой... типаж молодых людей, вот, и в один прекрасный момент мы решили прогуляться так вчетвером. Я говорю, у меня вот у подруги, говорю, молодого человека нету, он говорит, ну, а у меня у друга нету девушки, я говорю, ну, так, я говорю, давай съездим в кино, ну, пообщаемся там все вместе, вот, ну, к сожалению, так получилось, что подруга моя не понравилась, вот, и... Ну, я ему позвонила вечером, решила спросить, ну, почему, все такое. Ну, он объяснил мне. И так получилось, что мы с ним проговорили, наверное, часов 8 или 9. Они пролетели просто вот, буквально вот как 5 минут. Вот первый раз такое в жизни было, действительно. Она как раз им подойдет, ему 31 да, год. И а как раз именно он ищет с длинными и волосами. С длинными все. Волосами, именно она как раз ему все, подходит. Все, все подходит, да, да, да. Она все, ему все, подходит, все, он ее выберет. Да. Мы с ним тайно где-то созванивались там. Гулять ходили. И он вас ревновал, чтобы да, не носили декольте? Да, он ужасно, ужасно меня ревновал, это правда. Слушай, ну а куда их обратно, что себе вообще не правильно? Поводов я ему, конечно, не давала, просто вот он... Выходячий повод сама, на самом деле, и по фотографиям глядя, и по вас. Мы за то, чтобы мальчик выбрал третью девушку. Да, да. Будем свахами для него. Вот перед вами сидит Евгений, старше вас на 11 лет. Не смущает разница в возрасте?
вот разница в возрасте не смущает. А что смущает? Смущает немножко его такое вот отношение, то, что он, значит, вроде как готов жениться, но в то же время может и на сторону пойти, собственно. Если нет, он сказал, при условии, если жена пойдет на сторону. Он, мне кажется, скорее всего, никого не выберет. А между прочим, наверное, его брат намного его лучше, чем он сам. Какие интересы преследуешь ты в отношении будущего мужа? Что ты хочешь в нем найти? Во-первых, я хочу, чтобы мой молодой человек, там муж будущий, был для меня вот как лучший друг. То, что я ему могла вот как-то вот довериться, как-то посоветоваться с ним. Главное, чтобы если он меня... Если он будет другом, ты не будешь его любить. Братишка, тебе сколько? 21. Но он уже достаточно опытный. Тестирует всех, между прочим, подружек Евгения. Сможете устоять? Да, смогу. А зачем мужу рассказывать про бывшего, вот эти стенания? Ну нет, ну не в плане то, что про бывшего, а бывают, ну, допустим, проблемы на работе, хочется поддержки там. Ну, вот для меня вот главное, наверное, вот такая вот... А для меня главное поддержка. Посмотреть на сюрприз, который вы приготовили. Ну как страшно. Ну что, все отлично у тебя. А ты боялась. Друзья мои, что скажете? Стихи хорошие, подобраны великолепно. И поэт неплохой, правда? Угу. Естественно. Да, читается выражением, читается душой. Видать, долго готовилась. Видать, не то чтобы долго готовилась, скорее испытывает то, что читает. Вот, отражение духовного мира соответствует ее харизме. Ну, я переживала, поэтому и читаю. И так руки до сих пор трясутся. А вы что скажете? Ну, невеста с хорошими внешними данными. Это во-первых. А вы любите полненьких, да? Я кто про, не любит, да? Про лицо именно говорю. Да, она красавица. Вообще, ну, и грудь хорошая. Так, грудь давайте. Хорошая. Не, я просто не слышу, вы так тихо говорите. Это я правильно вас суфлирую-то? Как вот обжимать невесту своего брата, он смелый. А сейчас чего под нос ты себе там бу-бу-бу? Громче говори. Ну, невеста хорошая, просто скажу. Но... Молодая, мне кажется, для него. Для него молодая, но у тебя тоже сейчас никого нет, поэтому, как говорится, пришел брат, а ушел другой брат с невестой. Вот так, Жень, брата все таскаешь за собой, а судьбу глядишь и не устроишь. Почему же? Сестренка, что скажешь? Ну, что скажу, симпатичная девчонка, веселая, позитивная, в принципе, то, что ему и не хватало вообще. Все, Кать, готовься. Слово тебе даю, Розалия. Ну так не из ваших, не из наших, как говорится. Ну и чё, глаза красивые, чё через 10 лет где глаза будут и где все остальное. Похудеет она. Похудеет от чего? От чего? Она по себе судит. Денег, что ли, не будет давать на еду? Знаешь, в конце концов, её волоком сюда никто не тащил на Аркане, правильно? Пришла за вас бороться, значит, имеет... такое желание Женьку взять себе. Может, я пришла и разочаровалась вообще. Ну, как тебе невеста, понравилась? Мне вообще кажется, что в Иваново есть какая-то селекция женщин. Может быть, потому что, как принято считать, там женщин больше, вероятно, город вынуждены невест. Конкурировать друг с другом. Мне кажется, что вот это как раз такой прекрасный результат селекции. И младше вас, и все еще впереди. И откровенно более живая умом, уж извините, и откровенно более интересная собеседница. И она, в отличие от вас, свои 20 лет свои мысли выражает более четко, чем вы. Поэтому я абсолютно уверена, что не по сеньке шапка. Спасибо, Василиса. Да, да, Кать, уж ты точно живее его интереснее. Определились, кого будете советовать брата? Ну, я посоветовал последнюю невесту. Екатерина. Да. Спасибо. А вы? Ну, я того же мнения. Катя, Евгений понравился? Ну да, я бы за ним вышла, а дальше время покажет. Как думаешь, у кого какие шансы? У двух девчонок-близняшек. Я думаю, он их выберет. Хотите, чтобы вас любили всю жизнь? Чтобы в семье был покой? Чтобы любили вашего брата, вашу сестренку, ваших родителей? Идите в комнату к Ксении. Хотите любить сами, жить в страстях, но как на пороховой бочке, идите к Екатерине, выбирайте. Роза.
Я за Ксюшу. Ну, прям вот из наших, и понятно, и любящая. А что вам еще надо? Вы знаете, что, как вас тяжело любить? Она уже готова, и не робкая, кстати. А одежду, ничего, прикупите. А что, одежда нормальная, а между прочим, я к ней пригляделась вблизи, она симпатичная. Очень даже, очень. И любит вас уже заранее любит. И заранее все вам простит. Ксения. Ты выйдешь, если Евгений зайдет? Нет, конечно, я не выйду, потому что у него мечта, девушка с длинными волосами. Ну а при чем здесь длинные волосы? Если он тебя выберет, значит, ты ему понравилась? Нет, я не выйду. Это уже у меня окончательное решение. Вы человек преувеличенного о себе мнения и ждете, что женщина будет в вас эти амбиции тоже поддерживать. И, на мой взгляд, единственная девушка, способная это делать абсолютно слепо, это Ксения. Поэтому, конечно, стоит выбрать ее. Выбирайте сердцем, мы вас в любом случае поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс с их номером по телефону 44. Антон, 35 лет, номер 2121, старший менеджер в нефтяной компании, познакомится с образованной девушкой из хорошей семьи, которая сможет найти общий язык с его мамой и повесить шторы в его квартире. Михаил, 26 лет, номер 2124, менеджер в энергетической компании, предупреждает о том, что легкомысленных кокеток видит насквозь. Женится на стройной красотке, которая будет готова пожертвовать карьерой ради семьи. Мы не знаем, будет Евгений один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его. Катюш, ты мне очень понравилась. Очень рад тебя видеть целую вечность. У нас есть пара, Евгения и Екатерина. Мы дарим вам конфеты «Степ» от конфетной фабрики «Славянка», чтобы жизнь была по-настоящему сладкой, а настроение приподнятым. «Славянка» несет радость людям. И если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 44. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Дубль первый. Старт. You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. Санечка вообще как дорогая машина. Если следить не будет, угонит. Я на сигнализацию поставлю. Меня просто не выпускали из дома. И все-таки ж в один прекрасный день взлетел с Лондона с фальшивым паспортом. Все, дорогой. Hasta la vista. До свидания.